Всем привет, на канале Хилганта. Мы продолжаем играть в Mass Effect Andromeda на планете Void. И будем направляться. А по какому заданию мы пойдем, скажете вы? Встреча с семьей, конечно же. Как раз еще откроем быстрое перемещение. Погнали! Спорт режим. А так медленно будем ехать. Don't worry, I'm not blinking. If there's something to see, I'm gonna see it. You'll see. Проверим. Maybe look with your eyes, not your mouth, huh? Противник есть. Давайте уничтожим все. Ты их много там. Медленно соображает, конечно. Сейчас вынесет самого крупного. Он не мешал. Дрон. Боец. Стреляй по нашему прохалу на противника. Все. С этим покончено. Теперь мелочь. Life support systems offline. Дело плохо. Дело дрянь, я бы сказал. Тихо. А теперь все в порядке. Если так можно сказать. Пока у меня все в порядке. Сейчас дрона вызову. Переверни. Убрали их, но тактика. Где отсюда? Тише. А вот кольцо, ну только лучше рядом надо стоять, чтобы снять. Чтобы восстанавливать здоровье, как говорится. Туролика у нас фу. Комплектация теперь максимум улучшений. Ладно, давай посмотрим, что можно изучить. Походу ничего нет. Контейнер. И поехали дальше. I'm reading a temperature decrease. Нам вот туда. Might give us trouble.
Еще мы немного горим. Но это проблема, то, что я решил просто на машине пробраться. Поэтому... Гревочки, говорится. Обогреватели солнечные. If we'll ever see a so-called golden world that won't be complete death to live on. Да, всем интересно. Вряд ли мы такие миры найдем, да? Которые будут полностью безопасны. То было бы не так интересно. Gotta hand it to these Angara. They're tough. There's a cold, dark. Все ангара нашел. Automated protocols activated. Deploying forward station. А, это просто охрана. Нам вон с кем, видимо, можно поговорить. Биолог. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Life support is back online. Давай. Что случилось? Иевара. Что за Иевара? Выйди на замерзшее озеро, увидишь дом, не тысячи. До сих пор у Явара было известно лишь легенд Ангара. Пережили скверну. Это прекрасно думать, что они наша связь с прошлым. Теперь наш народ на грани вымирания. А, из-за вашего народа? Ты охренел? Я не слышу, чтобы инициатива охотилась на Вэлде. Не инициатива, преступники. С момента приземления они убили более 2 дюжин Явара. Нам не хватает сил, чтобы выследить мерзавца, но сопротивление без того много проблем. Такими темпами эта часть истории скоро уйдет в небытие. Райдер, разберись с браконьерами. Явара крайне важна для ангарской культуры. Делаем, что сможем. Райдер, возьми меня с собой. Зачем? Вы поняли о том, что у Ангара есть легенда. Почему-то предания Явара и пережили удар скверны. Все они сходятся в общем мотиву. Песня Явара столь прекрасна, что остановить движение солнца и заставить казаться звезды. Разумеется, это просто сказки, но когда теряешь всю историю, начинаешь страдать и этим. Теперь понятно, почему Явара так важны для вас. Для нас, для всех Ангара, они стали символом того, что у нас осталось. Мы не можем и их терять. Не буду мешать. Я Шарай. Далековато ваши браконьеры забрались, я туда сейчас пока не поеду. Так, с кем тут еще можно поболтать? Давай подъедем поближе, а то... Еще идти придет. А вот и модуль наш. That's where Neil's sister lives. We should have a chat. Все, тачку восстановили, может быть, пока. The temperature is falling, Pathfinder. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Чем каждый раз повторяет? Не так в курсе. Что делаешь? Депеша. Аксу. Я получил сообщение о периодическом падении кельтских налетчиков на Хаварле. Патрули даже непрерывно охранять резиденцию Тарли. Талдир. Возражение не принимается. Аксу. Как все строго у них. Что это у нас лежит? Ангарские средства для уборки. Ну да. Без их изучения нельзя. Нам важен каждый момент. Стол. А, запчасти. Похож на стол. He got free and didn't even pay me a courtesy visit?
I'm sorry. I can't say more, but what Nilge is doing is extremely important and time-sensitive. Not even a call. Hello, sister. Thought I'd let you know I'm still alive. Not even that. That's between you and him. He certainly had time to call. Are you Buxel? Ты Аксио? Вместе тебе кое-что. Отца, который не все считает себя геморроем, героем. Айк меня предупредил. Мой сын Келот говорит о правилах, какого их не нежим. И решил, что буду. Спасибо, без него мы потеряли месяц работы. Терять родных непросто. Я рад тому, что могу избавиться от подобного. Спасибо. О твоих умениях разные говорят, но почему-то молчат о доброте. Ох, брось. Так, теперь посмотрим, что у нас тут. Звезды небеса. Это план командного центра Кеттер. Коды выхода. Посты охраны. Теперь мы сможем нанести сильнейший удар по ним. Погоди, здесь что-то еще. Так, это плохо. Что? Коды на базу защищены и заблокированы постоянно меняющими кодами. Судя по метаданным, взлом был совершен довольно давно. Код скоро сменит. Если атаковать, то сейчас. Я могу вам помочь, только скажите. Код включения счетов с шифром. Я постараюсь его открыть. Я отправил карту и координаты рукавого входа, где они должны для охранников. Скорее, я буду на связи. Чит кетский щит. Смотри, базу кет. Ну, квесты мы выполнили, да? Ну, хорошо. Так, вот со мной хотел поговорить, я вижу прям. Где же ты? О, опять подвисло. Это вижу часто подвисает уже. Ари, Васия, переходите с Рейда, я на вашей стороне. Ари Квест, книжник или записец, большой интерес с твоими приключениями. Записец? Как историк? Именно так, забывая о прошлом, не думая о будущем, мы становимся лишь космической пылью. Прекрасный довод. Это слово моей бабушки, она меня и наставила на сей путь. Моя обязанность документировать события, влияющие на наш мир. Прибытие гостей из другой галактики, разумеется, весьма важно. Мы можем как-то облегчить твой труд? Мне всегда было любопытно, почему именно началось наше счастье? У них, наверное, сохранили записи о первом контакте, которых у нас нет. Где нужно забыть эту информацию? Кеты — воинственный народ, и наверняка всему перетечет. Думаю, нужно записи, можно получить доступ к их базу. Это ради этого было бы глупо, но если окажется там, буду рад любой информации. Не буду мешать. Надеюсь, как-нибудь пообщаемся в более спокойной обстановке. Хочу узнать побольше о твоем народе. Отлично. Уйди. Убери этот квест. Это не хочется. Все подвисания стали периодически, но пока будет система перезапустить. Терминал. Послание к сопротивлению. Эска. Из-за чудовищного нападения на Эроэск, я прошу всех лидеров Дааров подготовиться к приему беженцев. Оповестить Марива, что забота о пострадавших должна стоять на первом месте. Они потеряли свои дома и семьи. Мы обязаны обеспечить им покой. И отправим гуманитарную помощь на АИ, чтобы покрыть затраты. Заранее благодарю за сотрудничество и понимание, командующий. Анник Дозю. Сообщи, если в порядке. Прошлой ночью мне приснилось, что я похитили кеты. С дня нашего расставания меня постоянно преследуют кошмары. Не знаю, как долго еще смогу это выносить. Даже в раю, ай. Я мучаюсь от бессонницы, думая о тебе. Понимаю, тебе хочется закончить свою работу. Но стоит ли она того? Ты можешь продолжить свое дело, оставаясь рядом со мной.
Прошу, возвращайся скорее. Павоя. Павоя, мама. Нишья просит тебя, не беспокойся. Но я все же пошлю тебе письмо. А то забудешь обо мне. Холодно ли здесь? Но в городе счастье довольно тепло. Получила ты мои рисунки. Ниша сказала, что ты бережешь покой наших сограждан в Чекиксе. Ты представилась мне героиней в накидке, сотканной из звезд. Очень скучаю. Надеюсь, ты скоро вернешься. Привези мне подарок. Люблю тебя. Как трогательно. А эти бухают. Вот тут тоже кто-то хочет дать мне еще один квест. Хотя там, конечно, скоро код сменится. Хотя, это же главная база. По идее, мне туда не надо. Или не скоро надо будет идти. Потому что если я пойду, на то, что половина квестов прикроется нафиг. Либо, например, у нас не будет преимущества какого-то. Береги. Это ценно. Еще терминал. Получено сообщение. Сделать что-нибудь от скелета. На Харьере нет никого, кто мог бы искать Ньюжина. Командир Дозил слишком уж осторожен. Она всегда такая? Ньюж. Ведь один из ее лучших агентов, так? Поговоришь с ней еще раз, возможно, она тебя выслушает. Если нет, то, наверное, мне придется предпринять что-нибудь самому. Вот. Отправленное сообщение. Не губи. Сквоту. Не смей делать ничего импульсивного. Хочу, чтобы ты был в безопасности, а вступить в сопротивление ты пока не готов. Твой дядя и его команда позаботятся о себе сами. Мы их вернем. Но делать это нужно с умом. Продолжай искать помощь. Флэмминг да придет. И я же пока поговорю с командиром еще раз. Я занимаюсь... я над этим работаю. От Айк до Зил. Я пытаюсь найти кто-нибудь, кто спасет Ньюжа. Ньюжа. В нашей кетской атаке погибли несколько наших лучших агентов. В том числе твой брат. Я могу отправить еще больше агентов, да мы рискуем потерять и их. Приходится соблюдать баланс. Но все-таки я попросил у Эфры по возможности дать совет и подкрепление. Правда, он кажется отвлечен новыми проектами на Алии. Будь сильным. И архивное сообщение, помоги с клетками. Я же мирскими сладкими клетками. У меня тесто получается одновременно тонковатым и слишком жидким. Не знаю, что делать. Делаю не так. Я точно следую рецепту. Только использовал молотый ушав. Вряд ли смогу есть эгемскую муку. Потом на последнем этапе я добавляю выдержанного тавума. Подумал, что не мешает придать... не помешает придать крепости. Тогда-то все и застопорилось. Поэтому я замолол получившуюся смесь. И потом вскипятил. Вот и результат. Не понимаю. Да. Все испортил. Так, где тут костик-то? А он... Где он? Где-то здесь написано. Давайте все обсет, души, еще где-нибудь терминал есть. И кто-то спит. Отдыхаешь? Ты проходит, это правда? Кто умеешь говорить со старыми машинами? Ты о реликтах? Я им не враг. Я никогда не был. Прости их перестать меня обижать. Они тебя ранили или просто прогнали? Они гнали за мной. Затем я подскользнулся на льду. И это было больно. Тебя вели за движение, я не умею говорить с риктами. И будь он и по силам, вряд ли бы они прислушивались. Тогда скажи, какая тебя польза? Ступай мимо. Что?
Тупые машины губят мой бизнес. И все. Ну я честно сказал. Похоже, надо было просто с ним поговорить. И не говорить, что я не могу с ним разговаривать, да? Вот опять, почему ничего нет? Точка горит. Баксил говорит, тебе удалось спасти брата. Даже не знаю, какой из наших благодарность. Я Эска Евтек. Отпредительщик, надеюсь, тебе не понравится. Буду стараться так, чтобы так и было. Я рад знакомству, распорядитель Эска. Я перепроходит трейдер из инициативы Андромеда. Отлично, у нас... Говорят, нет незнакомцев, есть только те, с кем мы еще не встречались. Расскажи мне подробнее о Текчисе. Это самый большой город на Вэлде. Здесь живут сотни наших собратьев. Мы производим товары и торгуем ими, пытаемся жить достойно, даже несмотря на кетов. Я здесь провел всю жизнь, не хочу никуда перебираться. Как насчет Ай? Воздух с прикусом серы, не для меня. Пока. Не буду мешать. Ты со мной не мешаешь. Да сопутствует тебе удача, Рейдер. Спасибо. Патроны. Большой комплекс. Тут долго надо искать. Ирина, а если типа точки? Где она? Кинул куда-то в край. Так, точка, точка, точка. Блин, на второй уровень попасть. О, контейнер еще. Броня, рейнджера Ангара. Прицел, и плюс она была усиливающей. I'm Keska, by the way. I haven't seen you around yet, Chicks. I don't come here often. Новый путь такой. Пока что внизу. Ладно. Поверю, так и быть. Хотя все равно дальше еще. Оп, сполз. Тут еще палатки какие-то. Или это корабли просто? Закрыты. А, да, корабли. Там висели в воздухе, здесь просто накрыли. Контейнер. Что это такое? Вездеход сопротивления. Там корабль. На, вон туда. Ржоек. Человек, в этих краях отваги тебе не занимать. Если кто-то сумеет помочь моим людям, так это ты. Чем помочь? Дар, неподалеку отсюда, был разрушен кетами. Ответное место, что они заставили их уйти. Те, кто там находится, погибли или бежали. Против имущества. Твоих людей есть, где остановиться? О них уже позаботиться. У вас них другая проблема. Я историк. О том даре хранится бесценный агрессивный артефакт. Карта древнего Вэлда. Я отправил за ней пару коллег. Но они владели неприятности. Кеты вернулись, чтобы закончить начатое. Им нужен кто-то, кто может помочь моим товарищам. Вернусь, я выручу их из беды. Что бы я сделал? Сейчас покажу координаты, где они находятся. Интересно, насколько срочно нам надо отправиться на базу кетов, главное. А еще интересно, куда я вышел. Похоже, это не совсем то место. Да? А, нет. Немножко просто другое отверстие, а? Далеко тут база-то? О, какая карта тут. Да тут долго ходить. Так-то.
активатор. Своими Волда. Аванпост. Тайник. А, база. Тайник. Далее сердце. Ну давай, поедем по пути в тайник, дойдем. Давай. Что тут прям? Пять кета. But one good thing, I get to see a new galaxy. Активировать монолит. How many people can say that? That's the spirit. Да, постреляем, покачаемся немного. Как в тире. Кто на новенького? Дрон пропал туда. Быстрее. Все боятся нас. Не простреливаю. Достаточно крепкий дрон стал, конечно. Выходи давай. Стоит он за препятствие. Чтобы его не достали. Ну, я думаю, его добью, да? Я вас рассчитываю. Поизучай местность. Ресурсики какие-то. Мод. Облегченный термозаряд. Поехали дальше. И вообще это по пути к базе все равно. Вот, главная база вон там светится. Специально, чтобы ее все видели. You know, Ryder won't let anyone else drive this thing, right? What? You've driven this thing? Who else? Is it everyone else? Oh, never mind. Спорит. Точнее, обсуждает то, что женщина не дает тачку. Расизм. Что? Не доверяет тачку. Где-то тут медикаменты. Approaching a resistance emergency medical cart. One down, two to go. Кеты. Откуда кеты пойдут? А, вот теперь я с ней. Нас сзади никого не было. А с этими противниками мы справимся. Ну и где последний? Ожидали кого-нибудь раненого и умирающего.
А тут вдруг мы... Так им и надо. А еще у нас заканчивается опять типа... Да. Время ограничено. Ладно, поехали дальше. Что тут еще было рядом прям? Активатор. Заедем. Ресурс. Дети. Не, в машине надо долго восстанавливать тепло. Не то, что вот и обогревателя. Там вообще за секунду. You're really easy to tease, you know that, baby? Not talking to you. Блин. Да, блин, что-то не запрыгнул. Чуваки, дело плохо. А у меня нет энергии, чтобы прятаться от них. А, активатор памяти находится там. Ну, блин, выбор даже не оставлять. Где погреться? Ну так намекать, что тут надо сходить, да? Обязательно сходим. Круто, я смотрю, да? Кто-нибудь убьет, все так смотрит ее. Меня кет убивает, а нам все, всем плевать. Так, надо оружие поменять. А я курсочку начал. Кто по мне стрелял? Дрон, помогай. Правильно, что мне надо погреться. А у них негде согреться. Жаку в машине устанавливать. Остальные внутри-то, да? Ну конечно, где же мы еще тут? Там-то, наверное, типа. Убивайте его. Блин, а? Садись. Привет, сэр. Отдайте. Ну не могу я без типа вообще. Такое ограничение.
carrying power a long way. Да, они не греют, че. Печаль вообще, можно сказать. Вот как нам воевать, если просто он сейчас защиту снимет и все. И без возможности находиться, длительно находиться на улице, это вообще борьба становится какой-то прям скучноватой. То есть я прячусь не из-за того, что мы не победим, да? А из-за того, что просто не можем долго на улице быть. Life support systems are in peril. Да я в курсе. Убивайте кого-то. Ну, тут у них тепло. Нехорошо. Так, оружие. Наладен. Нулевой элемент. Источник каких-то данных. Или питание. Питание, да. Изучать, конечно, тут нечего, да? Отлично. Ну, там было сразу к ним пробираться, греться у них внутри. Точка интереса какая-то. Возможно, это я поставил. Ладно, поехали. Кивотер памяти где-то наверху. Вроде бы, да? Все направо. А вот наш эактиватор. Another eidetic trigger, Sam? Обязательно всех навести, да? Всех родственников. Чтобы поехали по точке. On the Hyperion to investigate further. Phoebe, what's your full name again? Peanut Butter? My full name is Peanut Butter. That's my story, and I'm sticking to it. Look at that. The remnant staked a claim over there. Реликт еще ты изучил. Не будем мешать. Нас они мало интересуют. А тут кеты. А, воюет. Надо помочь. Так, патронов нет. Понятно. Валите их, брона. Моя помощь неоценима тут. Да-да-да, давай карту свою. Опять кеты. Где кеты? О, вот так. Давай где-нибудь спрячься. Вот здесь. Или вон там, давай вон там. Сзади кеты, ты что стоишь? Невозмутимый там стоит. Что, один кет, а где остальные?
по-сибирски. Ты что, доброман? А, все-таки дрон может перемещаться, да? Либо я заново вызвал. Убей его. Вот оружие не менял в ближнем бою. Да, неплохо. Но последним улучшением сразу перезаряжается. Особенно если его сам убираешь. You okay? Ты в порядке? Слушай, не знаю, что там Жек наплел. Не надо было тебя отправлять нам. Астра, не говори так. Молчи. Роак — это смаглер из Кадара. Контрабандист из Кадара, как мы. Иди сюда, как только услышали, что Кет разрушает поселение. Он хочет продать карту древнего вывода тому, что заплатит больше, она стоит целое состояние. Of all the slimy ways to make credits, I changed my mind, didn't I? So why tell me this? When I got here, when I saw what the Kett did to this place, these people are dealing with enough. They don't need looters taking what little they have left. I want you to take the map to the Resistance where it will do some good. What about Roy? He's not a bad guy, just has bad ideas. When we tell him about this place, he'll see reason. Don't be too hard on him, okay? Just take the map to the Resistance. Не сиди с него, ладно? Просто отнеси карту сопротивлению. A guy like that isn't worth my time. I'll make sure this map gets into the right hands. Good. Cleans my conscience. Это успокоит мою совесть. Спасибо. Окинем того. Пожелание выступить против, передать карту старшему разведчику. Мы, скорее всего, передадим. А в окно мы не можем забраться. Прям пипец ты. Непреодолимое. I'm detecting below normal temperatures. Так, броня. Рейнджер. Life support is back online. Надо, чтобы у нас инвентарь не переполнился. Вы столько уже брони на выпадало. Чем третий уровень? У нас какая-то ерунда одна падает. Настоящую броню надо варить. Нам надо. Ну, либо выбрать из того, что придёт. Хороший топ. Но модификации же мы же поставим в такую броню, правильно? Ну, в смысле, там плюшки какие-нибудь редкие. Так, тут вроде ничего нет, там вроде... И сейчас потом там вообще какая-то пещера была. А, это, возможно, просто выход с другой стороны. Они это любят. Резервно, так сказать. Ну да, тут особо и ничего нет. А, вот какой-то вход. Даже контейнера нет. С ресурсами. Ходы их вроде целы. Не, было бы неплохо, если можно было в такой сесть. Знаешь, как бы, чтобы был выбор хоть какой-то. А то так получается, что только одно место есть и все. Ну, собственно, свой корабль. Да, вот. На своей машине, как говорится, передвигаемся. Больше ни на какой не можем. Так, взял, сел в чужую, доехал куда надо. И бросил ее. Уровни, да?
Фига, реально уровни. Если бы Ника не было, наверное, и не заметил бы, ушел. Сэм, что с ней? Она потеряла много крови. Помогите, пожалуйста. Я не могу остановить кровь. Ящик был пуст. Мы доставили медикаменты. Оставьте их в тайнике, я сама все сделаю. Вам нужно отвезти медикаменты и другие места. Возможно, есть и другие, как я, попавшие в беду. Что с тобой произошло? Мой патруль сопровождал караван из Хаяра. Нас напали кетки. Они забрали груз и часть ученых. Остальных убили. Я притворил смертью, только поэтому выжил. Это трусость, конечно. Твоя смерть никому не помогла. А так ты еще можешь сражаться. Я смогу сражаться, борясь тебе. Если ты в порядке, я пойду. Иди, иди. Спасибо тебе, Ансал. Как тебя вы называете? Рейдер. Рейдер. Я запомню. Надеюсь, мы еще встретимся, Рейдер. Я еще медикаменты не оставил, подожди. Вот, а теперь оставил. А там какие-то паразинки сверху. Вот терминал. Исходящий. Тао Шай. Я буду любить тебя, что бы ни случилось. Я ни о чем не жалею. Даже сейчас, когда прибудет с тобой солнце и звезды. Счастья тебе, Тао Шай. Не забывай меня. Кого это? Амалия, ответь. Шамал, ответь на звонки. Вероятно, нас напали. Мне надо знать, как у тебя дела. Прошу, свяжись со мной. Я так хочу услышать твой голос. Не оставляй меня. Иста. Прости, папа. Энас и Виша сказали, что ты больше не вернешься домой. Это из-за того, что я сломал твою звездную карту? Прости, пожалуйста, я больше не буду. Потрачу все деньги из копилки, чтобы купить новую. Обещаю, я буду вести себя хорошо. Только вернись. И там реально кто-то стоит. Еще выше. Холодно. Как там выше подняться? Через крышу? Я не знаю, что просто возможно какой-то глюк. Сейчас пропал. Ну ладно. Посмотрим, что там. А, нет. Подъем есть. Ну ладно, пойдем. Похоже на ресурс, который нельзя забрать. Ладно, у нас время ограничено, то замерзнем. Надо все-таки посмотреть, что там такое. И все. Ладно. Да я понял. Сейчас. Через люки. Давайте. Печки. И найдем хороший вид, чтобы закончить. Вот здесь давай встанем. Спасибо, что смотрели меня. Всем пока. До новых встреч.